Доброго вечора. З вами я, Руслан Коцаба, і наша політично-аналітична програма Прайм Аналітика. Сьогодні в нас в гостях Денис Жарких, політолог, письменник і теж наш колега-телеведучий, який працює на дружньому нам каналі. Сьогодні він виступає в якості експерта та людини, яка написала кілька монографій на тему політології, і будемо з ним розглядати дуже цікаву тему. Тема актуальна для сьогодення: це чому в політиці зникають ідеологічні партії, і чому на зміну ідеологічним партіям чи правого, чи лівого будь-якого спрямування, але чому на зміну їм приходять відверті популісти? Отже, пане Денисе, до вас перше запитання. Зважаючи на те, що в нас чергове зачарування є. Після чергового зачарування буде, як то кажуть, чергове розчарування. Ну поки того розчарування немає, і рейтинг зеленського захмарних висот сягає. Скажіть, будь ласка, чому популісти, тобто які пропонують легкі варіанти вирішень, знаючи, що там легких варіантів не може бути, чому вони зараз стали такі популярні в Україні? Ну і згодом ми обговоримо з вами і в світі є е, е, аналогії. Ну, во-первых, действительно, они сначала в мире стали популярны, а потом это уже подхватилось в Украине. Ну, на это существуют, в общем-то, совершенно объективные причины. Ведь раньше, действительно, ну, где-то до 50-х годов, вот, было четкое разделение. Был, значит, пролетариат, да, там, те, кто работали, и, собственно, буржуазия, те, кто, в общем-то, распределял богатство там. То есть они лучше, хуже распределяли. Это уже другой вопрос. Сейчас Сейчас ситуация другая. Сейчас не столько у нас пролетариата, особенно в странах золотого миллиарда, сколько креативный класс. Вот это вот интересно. Значит, что это уже появляется в работах немецкого социал-демократа Тона Массамайера, что уже работать, он писал, что уже работать, как работали там, в 40-х или даже в 50-х годах, там уже нельзя, потому что нету такого большого количества промышленного рабочего. И совершенно другая, сейчас я вам попытаюсь объяснить, ну вот на понятных примерах. Вот те, собственно, те, кто старшее поколение, те помнят, как мама их кормили борщом. Да, то есть это это очень важно. Что такое борщ? Борщ это э, такая, в общем-то, такое блюдо, которым можно очень быстро и очень калорийно насытиться. То есть борщ имеет э, задача борща накормить. И вот самое главное, мне вот многие сверстники говорили, что ужас перед большой тарелкой борща, которая стоит там, и а надо скушать, а кушать не хочется. Вот это как раз, это как раз было в конце 60-х, в начале 70-х годов, как раз произошел слом. В чем этот слом? Наши, собственно, родители, это военное поколение детей, пост, сразу послевоенное поколение детей, им нужно было насытиться. Точно такая же ситуация была и в Европе, и в Америке. То есть средний и бедный класс, главное набить что-то в желудок. Все равно что, лишь бы там было, лишь бы он не болел, или вот как там точка золотая страшной крысой выедал всю, всю остальную плоть это одна ситуация до 50-х годов даже страны золотого миллиарда знали голод вот говорят что вот в украине голодомор был да был но и в сша он был и в германии он был везде он был значит уже в, с середины 50-х годов голод отступает меняется совершенно другая ситуация как советский союз попал советский союз также кормили борщом то есть ну главное чтобы всем хватило а уже 60-х, конца 60-х годов меняется психология потребления и распределения благ. Теперь уже голодных нет. Это очень важно. Раз нет голодных, то что, собственно, хотел советский жлоб э, вот в конце 80-х, когда разваливался Союз. Он хотел попробовать. То есть теперь ситуация попробовать. А теперь переходим плавно, что такое креативный класс. Креативный класс же ничего не создает. Но... Он а, как бы дает возможность попробовать. То есть он торгует чувствами. Если, скажем, до этого пролетариат кормили калориями, которых не хватало, теперь калорий вот столько, этого борща никто не хочет, дети не хотят. И, ну, за, за редким исключением, есть, конечно, любители, но за редким исключением, вот мы спросим у мамы, пап, ваши дети хотят борщ? Ну, 90-80% скажут, не хотят. Они хотят гамбургер, чизбургер, они хотят Ой, что горько, угодно, да. да. Кислотные конфеты. Что такое кислотные Там что, есть? есть какие-то калории, да нет там никаких калорий, но там огромные букеты вкуса. Вот, вот это вот то же самое, огромное количество людей создают ощущения, торгуют ощущениями, торгуют вкусами, торгуют какой-то виртуальной реальностью. Вот в этом занято огромное количество экономики. И этими людьми нельзя управлять как пролетариатом. То есть пролетариат, сказали, пролетариат, легко понимает. Нас накормили, хорошо, там, ну дали там дома, там еще что-то. Что, в общем-то, делал Советский Союз? Он действительно людей кормил, давал им, э, собственно, жилье, давал им медобеспечение, давал им... До, до речи, зараз на, как раз на той риторике, человек такая пост-радянского синдрома, то есть ностальгии, и тоже есть специфичный популизм. Ну, это же, это же чистой воды популизм, потому что, в принципе, даже самый бедный, собственно, ну, достаточно бедный человек, даже уровень голода по сравнению с людьми, скажем, вот современной эпохи, и уровень голода там 40-х, там 50-х, не говоря уже о 30-х годах, он совершенно разный. То єсть, э, это совершенно вернуться туда нельзя. То есть... Э... ні не, па э, панеси, я до чого веду, що якщо ми говоримо про три складові, э, в яких входить людина інформативно, то в мене везє. Ви сказали заслунок. Послумку погоджується, є ще серце, є ще мозок. Я думаю, що от, власне, коли впливають ностальгією, популісти на серце, тобто на спогади, на якісь а, ну, мрії, да. ну, есть, ну, а не включають это... про тому розум. Так вот, тут я понял, о чем вы спрашиваете. Это действительно правильно, потому что есть образы вот того времени. Они могут быть позитивные, негативные. Контора им... Переважно позитивные. Трава была зеленейшая, вода была мокрейшая. Ну, да, мы были моложе, было... и девочки были красивые, и мальчики были резвее. Это все понятно, но это тоже вот современные коммунисты, такие, как ну, уже, уже ушедшие, там, скажем, с политической арены, у них все-таки есть Симоненко. Это же не коммунисты. Это торговля, это торговля образом прошлого. То есть это конкретно Да, это на столе торговцы ностальгии. Но это ключевое слово тут не ностальгия, ключевое слово торговцы. Они продают. А помните, как было хорошо? Все такое. То есть на самом деле создать систему, ну нельзя время повернуть спять и, и не получится. В этом плане. Так я к чему хочу сказать, что креативный класс, креативный класс, он действует совершенно по другим законам. То есть ему совершенно нужно другое. И вот эта вот виртуальная система, она как раз первое, на кого клюет, на популистов, потому что популисты тоже торгуют определенными образами, определенными ощущениями, определенными ожиданиями. И в этом плане как раз популисты становятся первыми, потому что, ну, в чем брали, допустим, не только большевики, брали любые левые, социал-демократы, а это это не то, что они большевики, это их первые противники. Если мы посмотрим советские фильмы, как там российские социал-демократы показывают, они же хуже фашистов показаны. Они там за яблочко, они там какие-то лысые и противные. Вот, на самом деле там не важно, лысы они были или не лысые. Но тем не менее, европейские социал-демократы и большевики разные. Но все левые, включая там от маоистов и коммунистов и кончая, в общем-то, европейскими социал-демократами, решали одну и ту же задачу – накормить народ. Ну вот на кор... на... народ, накормлен. А дальше, а дальше проблема. Потому что, а что с ним делать дальше? И тут все левые течения, э, коммунисты вообще ушли, в общем-то, они не являются чем-то серьезным. Социал-демократы, мы знаем, теряют в мире, хотя сейчас опять начали... Э, ну, социалисты приседают. Ну, социалисты, социал-демократы, если говорить о европейской левой системе, они либористы, они все сейчас... Э, Пане по... Денисе, давайте да. таким чином, чтобы было больше отверто, вы как аналитик. Но мы же понимаем, что в Украине социалистов нету. Ну, наприклад, я б... якщо соціалісти Каплін, соціалісти Кива. Чи, 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 чи мороз? Чи, скажімо, чиє пливовий пан Кожара? Так, він хороший, як політик, то все. Але ж якщо народ не підтримує його. Ну, смотрите, дело вот в чем. Дело в тому, що став вопрос о том, що робити. То есть, я впрос перший включається в ідеологічну спарту. Ну ви ж не скажете, що Ківа ідейний соціаліст, датами или... але Ківа депутат він приймає рішення, за нього люди голосують. Я до чого веду? Ми б хотіли з вами якраз обговорити тему популізму, бо ми ж ми, ж, як аналітики, можемо розбомбити популіста раз-два. Але популісти ж вони не звертаються, не під не вони, якби не хочуть підпідкритикою під, під, бути. Вони ж в основному користуються бікбордами, сіті лайтами. Більше того, в них немає прямого контакту з людьми з виборцями, тому що вони програють. Ну конечно, потому что там питання, конкретные вопросы где-то, где, где Да. дивіться, він став як завдяки своїй пізнавності. Він же напряму ніде не у ніде, більше того, они журналисты. А який захмарний рейтинг, най зараз? Ну так правильно, потому что э, шла, ну, шла продажа образа. Если до 50-х годов люди чувствовали желудком, причем это было естественно, вот людей просто вот не кормят, они голодные, они умирают, они хватают коли, они это самое, э, выходят на демонстрации, причем не такие, как сейчас, с кофе и с чайниками, а там реально перекрываются основные артерии, то сейчас этого нет. Сейчас люди э, э, как бы на образ идут, да, и вот это самое главное главное, что, скажем, реальные левые, во-первых, левым сейчас нечего дать, потому что им любой популист дать. Более или менее от голода спасет система. Ну, популисты есть левые, правые. Я бы хотел, власне, отдалиться, что мы снова не говорили про то, что они сейчас голодные. Потому что популисты сейчас, они есть в успешных и в социально стабильных странах. Возьмем, для приклада, там, не беру Моралеса, хоть, а, беру, например, Трампа. Это же популист. Нет. Трамп, э, Трамп, вот как раз Трамп это но, что-то новое в течение, потому что Трамп не совсем... он не имеет идеологии. Я бы не сказал, что он совсем не имеет идеологии, хотя его хотят таким показать популистам. Тем не менее, Трамп э, уже первая ласточка новой политики. Трамп, э, первая вещь, он э, в чем не популист? Он э, очень серьезный скажем, экономический националист. Вот это вот, то есть то, что делал Трамп, совершенно не продолжает политику, которая не менялась с Рейгана. Вот Трамп, первый американский президент, который не пытался как-то апгрейдить Но эту стена, систему. Стена с, стена с Мексикой, это же чистый популизм. Стена с... Нет, ну, ну вы поймите, что более того... проблемам играть миграции с, латиносов с, 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 в Америке стеной. Стена с Мексикой, дочь безлипчика, которая пришла в войну, Это, конечно, все элементы популизма. Но за этими элементами популизма скрывается очень серьезная политика. Очень серьезная. Которая Ну, скажем, іде в повний розріз. Я час об'ясню. Ну, ви сказали, що він націоналіст, нехай навіть економічний. Так, він в принципі робить це по своїй програмі, але його програма не була ідеологічна, так як ми сказали, звикли демократи і республіканці, що вони, скажімо, є праві і більш таки якби центри. Нет, на самом деле там есть водораздел. Может, он не не прописан как в манифесте Коммунистической партии там или еще, но водораздел очень серьезный между демократами. Вот тут самое смешное, что демократы оказались консерваторами, хотя они обычно двигали Америку в, в прогрессу, а Республиканцы благодаря Трампу оказались, в общем-то, прогрессистами. Так вот, в чем основная в чем основная ситуация с Трампом? что Трамп как раз он в чем-то левый. Сейчас объясню в чем трамп начинает думать о простом американце. о чем думал ли до начиная с рейгана и кончая в общем-то последним президентом это самой обамой который пытался тоже под левака косить значит это в том что все отдается на откуп фин транснациональным корпорациям банкам финансовым структурам вот это вот была политика что банки лучше знают всех политиков всех идеологов что главное деньги а деньги где в банка вся власть банком вот если очень просто так говорить значит ну это вот это вот вот этой идеологией двигалась америка последнее время что она на что она споткнулась да все банки в америке только все заводы в китае и там как раз классовые подходы все такое китай может вывернуть америку как там я бы все таки хотел вас так я хочу объяснить почему трамп а Трамп говорит, нет, make America great again, Давайте обратно индустри, ну, в смысле, реиндустриализацию. Давайте возвращайте нам рабочий класс. Значит, креативный класс подвинься или обслуживай рабочий класс, а не только богатых. И в этом плане Трампу что-то удается, что-то не удается, но он держится, он постоянно борется. Его все эти финансовая система его пытается уничтожить. Его, вот этот импичмент, все такое. Его постоянно трусят, он держится. Я бы вас попросил, видеть ты, властный вид роли адвоката Трампа, ну, такого хорошего значения. не про А, але, але я б хотів все ж таки, щоб ви пояснили парадокс. Чому, наприклад, Кличко, спортсмен знаменитий, чемпіон світу подібне, Трамп, шоумен, по суті, хоч не він міріонмірдер, Зеленський, то ж таки, от, там, наприклад, візьмемо Мораліса. Чому люди малоосвідчені, за них голосують і чому вони очікують від них простих вирішень складних питань? Ну, Що це смотрите. за парадокс? Да. І чи він має якусь перспективу розвитку? на наоборот, люди насытятся и потом успокоятся и будут голосовать за единичные партии? Ну, дело не в том, чтобы люди голосовали за идеологические партии. Во-первых, первое, если говорить о идеологических партиях, то еще, ну я все-таки вернусь к Томасу Майеру, он говорит, что идеология вот левых, она, э, по -по -по, в общем-то, близка к краху. Ну и там Фукуяма писал «Конец истории», то есть вроде бы нет ничего. Сейчас, э, собственно, идеологии современные еще не... То есть, грубо говоря, ни одной стране мира нечего предложить чисто идеологически. Сейчас мы находимся без времени. А как феномен слух народу? «Слух народу абсолютно без партия. партии. Дивите, как я вы, вот как раз это не против, а это за. То есть, смотрите, мы можем предложить либо идеологию, то есть четкую идеологию, это четкая картина мира. Нас приучили, что идеология это что-то очень плохое. Неправда. Идеология это четкая политическая картина мира. Допустим, там есть буржуазия, есть пролетариат, пролетариат хороший, буржуазия плохая. Или там другая идеология. Есть наша нация, она, конечно, хорошая, а есть какие-то там евреи там, или инородцы, которые плохие. Тоже. Это идеология. Плохая она, хорошая, неважно. Это абсолютно не важно. Просто идеология имеет очень четкие черты. Есть какие-то заповеди, есть какие-то это. Сейчас все сломано. Почему сломано? Потому что информационная эпоха дается не идеология, а образ. Итак, идеология против образа. Пока побеждает образ. Образ дается все, в образ включается все. Это и личная харизма, как говорится, ну просто вот общая симпатичность человека и, собственно, то что он говорит и с кем он там ходит и так далее и тому подобное и там может быть какие-то элементы идеологии которые пошмаканы но самая главная задача не создать структуру а захватить то есть э, соблазнить понимаете ведь что такое реклама это мы вас соблазняем купить, что-то, что такое политическая реклама? Ну, Мы вас соблазняем вы, вы говорите, проголосовать. что в целом свете и расширование старыми элитами в Конечно, всем свете. Конечно, обязательно во всем свете. Ну, желтые жилеты, э, те же самые поддержка Трампа. Трампа выбрали по той же системе, что и Зеленского, кого угодно. Только не вот, вот эту вот клюшку старую, которая уже всем надоела, и которая ну, говорит, Мы можем пригадать Макрона. Даже никто не знал, кто такой Макрон до Ну вот, до, еще. За ну, вот рік после, до выборов. после Трампа пошел. Значит, и, и то же самое. То есть, это было протестное голосование. Протестное голосование, потому что люди понимают, что их раз соблазнили, два соблазнили. Дурять! Значит, а давайте тогда вообще что-то другое. Мы видим, что Зеленского... Это выбрал... черговый лохотрон то есть. Да, это, ну, конечно. А им под подстосовывают еще. Но. Не все. То есть, если говорить о Макроне, вы послушайте, что Макрон говорит. Макрон говорит о том, что да, кризис капитализма. Это кто говорит? Ставленник, в общем-то, финансовых кругов Франции и частично мировых. Он говорит, кризис капитализма, кризис гуманизма, кризис идеологии, кризис социальных вопросов. То есть говорит человек, то есть у него там есть, извините меня, некоторые ФБРЖ. У Трампа есть ФБРЖ, потому что он, как бы он там ни кривлялся, он ведет очень интересную политику, за которой можно наблюдать. Да, там мы можем говорить о какой-то стене, о каких-то мыланках, о каких-то там женщин низкой социальной ориентации, или я не знаю, там чем ответственности. Да, это без разницы. Но самое главное, что Трамп вступил в очень серьезную игру. Он это самое, бросил вызов Китаю. Его поддерживает маленький американец. Подождите вы, да, вот если бы Зеленский так бы поступал. То есть, несмотря на, в, играя, в общем-то, ну, какую-то достаточно образную или, скажем, э, слегка кукольную роль, при этом у него были эти ФБРЖ. Вот, вот пока их не видно, этих ФБРЖ. Вот в чем дело. Давайте таким чином поднимемся. Будет ФБРЖ в него после нормального формата, когда он зобовязан будет, будет международной гарантии будет. дотримываться, то ты вказывок тих, вказовок, тих нормандских лидеров. Але давайте, знову таки, отходим от від Трампа и заходим на Якраз на те, що часто ті всі лідери з шоумени, які заходять на хвилі популярності, потім з них чомусь не дуже швидко трансформуються в диктаторів. От чому популізм межує з узурпацією влади? Да, да очень просто вы понимаете вот э, что такое диктатура и вообще э, диктатор ни один диктатор чем бы он там каким бы он талантливым не был, уж тем более бесталантливый если серый он не может контролировать все процессы Когда вы попадаете в систему которую вы не можете контролировать э, вот по, по по жизни по системе то вы будете бояться любой диктатор, – это страх. Страх потерять власть. Поэтому это нужно помнить всегда. И поэтому он закручивает гайки, потому что он боится, что где-то с какой-то стороны его, в общем-то, ударят, и он не знает откуда. Вот мы, я вот все время вспоминаю Януковича, который вечно был какой-то испуганный. Причем он здоровый мужик, он привык там даже в... кого-то бить, там кого-то трясти, кого-то ломать. А тут ситуация, у него такие вот глаза были, он, он, он абсолютно был растерян, не знал, что делать. В общем-то, и он пытался закрутить гайки, не понимая, где нужно их закрутить, где-то. Может человек знать, где закрутить гайки, там есть позитивные, но любой диктатор ⁇ это страх. Поэтому ты на популистской э, системе получил э, должность больше, чем ты заслуживаешь, и больше, чем ты понимаешь, самое главное, у тебя становится страх, и ты становишься диктатором, ты пытаешься удержаться. Якщо ми вже так дослідили причини популізму, вплив популізму там на навіть на зовнішню політику, на внутрішню політику, які ви бачите загрози власне того популізму, який перекреслює політичну структуризацію суспільства? Тобто в партії ідеологічні зникають, а натомість приходять партії що ми, Ну ви ж бачите піс партія право і справедливість польська п'ять зірок в Італії, Швеція, в Данії. Всюди прийшли зараз популісти. Праві ліві, але популісти. Скоріше правильно, мабуть, скрейми, більше праві. так, Ренесанс, там є подразник, це мігранти і тому таким чином. Але... Альтернатива да... для Германії. О, до речі, альтернатива теж чисто популістський проєкт, а безідеологічний. Давайте таким чином. Які можуть бути наслідки популізму і цієї безідеологічності для держави, ну і взагалі для політичної структуризації суспільства? Ну. Uh... действительно это очень опасно, потому что э, что делают популистические, популистские партии? Они уничтожают картину мира. Ведь идеология, она делает картину мира. Правильная, неправильная, это другой вопрос. Причем она может быть сегодня правильная, а завтра уже мир изменился, а мы все живем по Я старой поможу вам. После популистики почему завжди в 99% выпадки приходит диктатура. Почему так? Ну, мы только что говорили, почему. Потому что, в принципе, что популисты делают? Популисты делают апатию, потому что люди сначала ведутся на эти образы, они очень надеются на скорейшие изменения, что популисты говорят, ну вот завтра все поменяется. Ну, как в Америке, Амери, в демократической стране, ну, для примера, может быть, диктатура в определенном смысле есть. Я разумею, на когда бедная Украина, такая как Украина. Так, там. да нет, ну подождите, а что, ну, а что в Америке, чем она отличается от всего остального? Там две партии уже сколько там столетий крутят одно и то же, и говорить о том, что там, ну это есть такое понятие, есть олигополия, то есть вроде бы и не это самое немного, скажем, ну это не монополия, но все равно достаточно. Ну, там не нападают на журналисты так как в Украине. Что что? Для прикладу. на журналистов там есть определенные державы э, стандарты социальные, там есть певна э, демократической ценности, какие у и права, ну, Там вообще другая ситуация, потому что проблема в чем? Проблема в том, что э, вы понимаете, э, Америка шла определенным естественным путем, говорит, что Америка там американцы намного нас умнее, лучше, там или все такое, это глупости. У них другая жизнь, другая ситуация. А у нас же ситуація така, от благодаря кстати, популізму, вот ту ситуацію, яка у нас була, її сломали, а нову не построїли. І от на цьому ми продовжуємо прыгать. І на завершення наслідки популізму для України. От чисто адаптуйте, уже від, віддаляємося від е, світових там е, різних там, систем. А просто от є Україна і є при владі популістична партія, абсолютно безідеологічна. Які має бути наслідки правління цієї партії? Ваш прогноз? Ну, у нас, действительно, мне кажется, тут как бы две вещи. Тут э, два сценария только может быть, а третьего не дано. Либо тот сценарий, о котором вы говорите, диктатура, то есть, в конце концов, э, популист, он же всегда в маске, он говорит то, что выгодно слушающий, он пытается всем понравиться ну и в определенный момент когда он уже получает большинство он срывает маску начинает там землю продавать еще какие-то гадости делать каналы закрывать например вот это как бы одна вещь и в конце концов захватывает власть и страна действительно становится диктатурой ну мне кажется это не самый вероятный хотя достаточно вероятный сценарий и есть другой на когда вот кругом идут популисты, люди че, ведь что происходит сейчас в обществе? В обществе очень хорошо видно, кстати, по вашей деятельности, Руслан, тоже, что приходят люди искренние, которые не пытаются манипулировать, которые искренне верят в то, что они делают. И эти люди, становятся все больше заметными. То есть я помню, как вас... Вы сначала блок на Ютубе ввели, а сейчас, в общем-то, каналы разрываются, хотят все Руслана Кацабу э, иметь. Это говорит о том, что растет, э, в общем-то, новый новое поколение искренних людей, которые сформируют новую идеологию. Старая идеология не работает. Ни коммунизм, ни фашизм, ни, ни что-нибудь еще, ни либерализм, ни либертарианство уже не работают. Все, закончили. Ситуация изменилась с приходом интернета, с приходом айфонов, с приходом компьютеров, с приходом там, сотовой связи. Все, они не... Вы обучаете не... позитив в этих наследках популизма? Вы понимаете, я вообще человек, который верит в прогресс. То есть я считаю, что определенный позитив есть, потому что этот популизм, он смывает старые идеологии, которые не работают. Но если вы помните Советский Союз, вот эта коммунистическая идеология, там была геронтократия. И, ну вот они работали по системе, скажем, 30-х годов, а она уже безнадежно устарела, то есть та же идеология. Но, вы же с тем, что наибольший враг популизму — это знания. Якщо, скажімо, людині дати знання, що вона буде говорити не типу, що от має президент мені здешевити комунальну плату, так? Чи, скажімо, вартість газу в комфорті, чи скажімо, чи навпаки, що Кабінет міністрів це має здешевити ціни, оце і є на цьому якраз на цих відсутності знань. что люди наверное, не знают, кто ними управляет, и не знают механизмы державы, и живется все из Тут я с вами согласен. Ну, то есть, действительно, нам нужно понимать, в каком государстве мы живем, О, кто так -так. за что отвечает, и вообще, какие законы общества есть. То есть, действительно, ну, президент реально не может указом изменить. Однако построить рынок или построить госрегулирование таким образом, чтобы цены снизились, это можно, потому что ну, мы видим, там, Медведчук говорит, что мы снизим. Так он реально считает, это он постоянно боится сказать что-то популистическое. Вот мы имеем ну, это самое других политиков, мы имеем собственно, ну, я говорю, что нам, я всегда говорю, дело не в том, что Медведчук такой хороший, нам нужно 100 тысяч Медведчуков, ну, в смысле вот людей, думающих таких, они знают, откуда они, у них реально государственное и экономическое мышление. То есть нужно понимать систему экономики, нужно понимать систему политики, и для этого, Руслан, я с вами полностью согласен, мы должны образовывать население, мы должны им объяснять. А популисты это чувствуют. И они хотят закрыть канал, они хотят закрыть рот. Вдруг, значит, люди что-то поймут. Их нельзя вот что, чтобы занос вот вот можно было дальше таскать. И в конце концов вот эта вот борьба между, скажем так, прогрессистами, просветителями и популистами заканчивается либо победой прогресса, то есть приходят новые партии с новой идеологией, с новыми искренними людьми, либо диктатура, то есть когда побеждают популисты, когда всех убирают вообще думать запрещено. Но диктатура долго не продержится, особенно в этой. І на завершення, вже дійсно на завершення, вам таке запитання. Я знаю, що ви є прихильником лівої ідеології, що ви є соціалістом. Європейська. Від Лісабона до Владивостока, да. Давайте тоді ваш прогноз, перспективи, чи збережеться в цьому шквалі популізму місце для ідеологічної партії, типу, вашої європейських соціалістів. Ну, понимаете, чтобы не путались там с, с людьми Порошенко, и все, все, такое. Дело в том, что я в партии активно сейчас не работаю, я занимаюсь как... Вы... Не, как политолог, вы широкий маете взгляд. Да, то есть я как бы за партию сказать ни, 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 ничего не могу, поскольку... Не привязываемся до бренду. Я имею в левой идеологии, да. вы, прохильник прихильник. Значит, понимаете, в чем дело? Конечно, имеются очень серьезные перспективы, потому что э, вот немецкие социал-демократы говорят, что социализм – это вместе. Ну, то же самое говорил Тони Блэр там. Э, то есть это вот те, кто сшивает. На Украине очень нужны сшиватели очень нужны те, кто ее создадут, те, кто ее разрывают по национальным, религиозным, там, военным каким-то, геостратегическим, их вот очень много. Украине просто нужны сшиватели, и лучше всего сшивают левые, почему? Потому что левые это как раз те, кто, в общем, не особо рвутся во власть. А правые вот всегда рвутся во власть, потому... Чего, что не кризис левых? Что-что? Чому кризис лівих європі? Тому що, ізвините мене, лівої в Європі продались транснаціональним компаніям. Уже не завершення питання такого плану, зважаючи на те, що йде наступ популізму по всіх по всьому політичному флангу, і правий і популізм, і лівий і центристський популізм? На завершення хотів вас запитати, чи є у вас варіант? Каким чином популизм, він не превратился в очередное разочарование для украинцев? Да хуже всего, мы только что говорили, что популизм может превратиться в фашизм, в тоталитаризм. А дело в том, что разочарование дает политическую политичность. А политическая политичность ⁇ это тоска по твердой руке. И твердая рука тут же приходит и начинает, в общем-то, делать все, что захочет со страной. В этом плане как раз единственное, что нужно делать, нужны просто искренние политики, люди, которые ведь, думают о своей стране, государственники. Ведь что такое популизм? Это, я вам скажу, чего от, от меня ждете, чего изволите. То есть, кто такой популизм? Это манипулятор. А есть люди искренние. Чем больше мы будем толкать как общество, как политическая среда, в руководство, таких искренних людей, как, допустим, Руслан Кацаба, как масса других людей. Uh, вот, не, ну вы не один такой. Uh, вот, чем больше, вот мы когда увидим, что Руслан Касаба станет там каким-то... Там не знаю, я политику не Да причем тут вот, политика, ну просто хотя бы, в общем-то, скажем, знавным то великим, а не, то... Uh, и не только он, достаточно много людей, которые бросаются на амбразуры, защищают свои, uh, собственно, убеждения не за деньги, которые согласны защитить собой других. Вот такие люди должны прийти в политику, и они потихоньку приходят. И Такие люди должны, собственно, занять место, они должны занять место. И это должно понять общество. Это не я должен понять, потому что а вдруг я ошибаюсь по поводу Кацапа. Я же не знаю, но я считаю, что я не ошибаюсь. Вот. Или кого-то еще. Может, я просто очаровался? А вот, именно, чтобы это был общественный процесс, что люди знали, что в политику идут люди честные, открытые, не за деньги, не за какие-то там ништяки. Эти люди не продадут ни общество, ни страну. Важно, чтобы прошла социальная пересмотр ценностей, чтобы люди перестали повторять как попки, что главное деньги или какие-то блага, чтобы пришли люди искренние, которые хотели бы лучше свое общество даже ценой своей жизни, даже ценой, не уже не говоря о своем комфорте, которые люди вот именно идейные. Но я не к тому, чтобы они были там коммунисты, для того, чтобы они были просто людьми, они оставались людьми в любой ситуации, и общество бы это оценивал, они говорили, вот, вот эти люди, которые достойны нами управлять. Потому что сейчас мы считаем, что если у человека много денег или каких-то связей, или какой-то рейтинг, вот он достойно управлять. Все это наносное. Потому что человек, который живет правдой, который живет справедливостью, который реально переживает за свою страну и согласен положить свой комфорт, свою жизнь, свою душу за, дух и тело мы положим, да, за свою страну, вот эти люди должны управлять страной. И они победят популизм, потому что они искренние. Популизм, он не искренний. Вот искренность, честность и постоянно мысли о своей стране, то есть мы должны как менеджеры себя, с одной стороны мы должны быть холодными менеджерами, с другой стороны мы должны, собственно, очень по-украински палка, очень искренне любить свою страну. Вот сочетание этих двух вещей и дадут новых политиков. Если такие политики, Руслан, не появятся, страны не будет. Питань більше як відповідей. Ви бачили всю нашу дискусію, ми пробували перевести дискусію на такий рівень, щоб він був зрозумілий максимальної більшості наших глядачів. Судити вам, чи ми хоча б частково змогли вам допомогти тут. Але основний рецепт, щоб ми не піддавалися на зваби популістів, це перше не треба зачаровувати, щоб потім не розчаровуватися, знання. Знання державної цілої структури, знання державного правління це найбільший ворог популізму. Ну і, звісно, не треба продаватися. Треба усвідомлювати, якщо ви підтримаєте якусь політичну платформу або якийсь політичний напрямок, навіть якщо ви знаєте, що ваші кандидати чи на місцевому, чи на всеукраїнському рівні не прийдуть, все одно треба поважати свій голос і голосувати за тих, кого хочете, а не за тих, кого вам пропонують бікборди, сітілайти. Або політики, які взагалі не мають можливості і бажання, головне напряму спілкуватися з виборцями. Нагадаю, з вами був е, Руслан Коцаба, наш гість Денис Зарких і програма Прайм Аналітика. До наступної зустрічі.